нравится. Буду выкладывать все постепенно, имейте терпение. И еще раз предупреждаю всех, кто, если вещь понравилась, сразу пишите в директ. Оплачивайте на карту Сбербанка, присылайте свой полный адрес, фамилию, имя, отчество, телефон, адрес с индексом и напишите, желательно почтой отправить, это будет дешевле, но лучше сразу оплатить дополнительно 500 рублей, либо отправляем с ДЭК, это будет быстрее, но это дороже и за ваш счет тоже. Вот такая вот шубка, она легкая. Вот на таком приятном подкладе. Одела буквально 1-2 раза. Очень-очень-очень прикольная, легкая, стильная, красивая на кнопках. Размер 48. Эту шубку купила в Греции. Смотрите, как здесь сделан воротничок. Она тоже очень приятненькая, чуть покороче, чем та. Размер 48. Вот такой вот дождевичок, очень легкий. Это, по-моему, Италия. Безумно легенький, ни разу не надела. Провозила в сумке с собой, потому что он прям в кулачок, если его сложить. Вот в сумке носить такое одно удовольствие. Куртка из белой натуральной кожи. Купила я ее в Турции. Вот так рукава отделаны. Одела несколько раз. Здесь вот так на боку пряжка такая красивая. Если расстегнуть, получается вот так. Вот такой вот подклад шелковый красивый. В общем, очень достойная курточка. Сзади сделано вот так. Типа такого стильного пиджачка из белой кожи с мехом чернобурки. Девочки, еще хотела вам посоветовать. Посмотрите до конца распродажи все. Может быть, вам будет гораздо выгоднее, если вы возьмете 2-3 вещи, потому что тогда для вас доставка получается практически бесплатно. Вот, поэтому досмотрите до конца, но если что-то хотите купить, лучше оплатить сразу. Потому что, допустим, на костюм Богнера лыжный сразу 3 человека готовы просто оплатить. Но я вот жду оплату от первого, кто первый написал. Поэтому давайте как-то так сделаем. Еще есть девушки, которые пишут, что не могут оплатить сразу, но очень хотят отложить. Отложить вещь можно, но для этого нужно внести предоплату для того, чтобы вещь забронировать. Уги называется «Звездное небо». Черные вот с такими вот блесточками. Новые. Вот такие вот кожаные туфли. Натуральная кожа. Очень хорошего качества. Но дело в том, что у меня ноги сейчас больные, и я, в принципе, не могу сейчас носить каблук, если вот узкий носок. У меня начинают болеть ноги. Поэтому я их продаю. Надела я их один раз всего и не смогла дойти даже до машины. А так колодка удобная для тех, у кого узкая ножка. Вот эти вот сапожки я купила в Милане. Сейчас я вам покажу их поближе. Это натуральная кожа. Купила их на распродаже за 328 евро. Размер, вот даже здесь написано 39-40. Новые, мне узковаты. Вот здесь вот нога. Поэтому, девочки, кому? Вот эти сапоги из натуральной замши. Очень крутые. Это еврозима. Осень, не знаю, как это еще назвать, но они тепленькие на такой вот байковой подстежке. Очень стильные, очень красивенькие, каблучок удобный. Такое вот дизайнерское платье, воротничок и манжеты хлопок. Это трикотаж тонкий, горошек. Очень удобное, мягкое, садится по фигуре идеально, поскольку трикотаж тянется, а я его носила вот с этой шубкой, и оно всегда смотрелось просто волшебно. Посмотрите, ну круто же.
продается вот такой дизайнерский пиджак, новый, идеальная ткань, очень крутая, размер 48, длинненький такой, он удлиненный, стиль casual, с карманчиками. Вот такое платье, длина средняя, ну, ниже колена, ну, на мой рост, по крайней мере. Размер где-то 52, ну, может быть, на 50, если свободненько. Ну, можно под поясочек. В общем, это 50-52, девочки. Очень красивое. Это дизайнерское платье вот с таким небольшим рукавчиком. Все переливается. Прям вот очень красивая ткань. Комфортная, с подкладом. Девочки, вот такое платье. Из очень приятного материала, хлопок, стретч. У него такая юбка, солнце, карманы. Платье бесподобное, новое. Сзади молния. Это платье очень интересное, в стиле боха. К нему вот такой вот подклад идет. Два кармана, неровный подол, вот такой. Размер где-то 52, 54, 56. Оно такое свободное, что, в принципе, я сейчас на себя надену, и оно будет хорошо лежать. Но есть возможность до 54-56. Девочки, на сегодня больше ничего выкладывать не буду. Нужно разобраться с тем, что я уже выложила. Очень много завтра будет отправлений. Все, кто купил вещи, завтра я отправляю из ДЭК и почты, кто как выбрал, на ваш выбор. Вот. А то, что осталось в сторис, это то, что еще не продано. Я сейчас еще посмотрю, там кое-что тоже уже купили. И останется только то, что не продано. Говорила, что остановлюсь, но решила все-таки еще уж, раз мы зимние вещи сегодня смотрим. Вот такой комбинезон лыжный. Посмотрите, он абсолютно новый. Стоимость его 18 тысяч рублей. Это лимитированная коллекция. Размер где-то, сейчас скажу, XL. XL это на 50. Но на 48 сидит шикарно. Натуральный мех. В общем, классный, крутой комбезик. Вы помните это змеиное платье? Оно безумно красивое. Оно такое вообще шикарное. Я сейчас выложу фотографии, где у меня фотосессия в этом платье. Оно безумно красивое. Это 46 размер. Оно замочки сбоку, рукав 3/4, и оно все переливается.